В Мариуполе коммунальщики продолжают благоустраивать улицы, парки и скверы и готовить их к летнему сезону. С наступлением теплой погоды все больше мариупольцев, молодых семей, мам с детьми прогуливаются в парках. Для комфорта горожан в парках установили биотуалеты. Так, в парке Победы на днях появились новые кабинки. По словам мариупольцев, такие удобства их устраивают, ведь туалет бесплатный, а главное чистый. А вот зеленые насаждения в парке оставляют желать лучшего. Часть недавно высаженных туй пожелтела и пропала.